Уважаемый господин Хворостовский, мне очень приятно видеть вас в Литве. И знаю, что вы не впервые у нас в гостях. Я слушала ваш прекрасный речиталь в 2003 году в Вильнюсской филармонии. И в 2011 году вы пели тоже в Каунасе. Что вы знали о Литве перед приездом сюда? В Вильнюсе работал в командировке достаточно долго мой отец. Еще в советской власти, когда было в советское время. И он очень много рассказывал и показывал нам фотографии. Вот. И как-то это у меня очень отложилось с детства. Вот. И когда я сюда приехал, в 2003 году я уже был со своей женой, и нам очень понравилось, очень понравилось. Очень часто я встречаю разных коллег отсюда. Вот, и очень хорошие голоса. И вообще я знаю, что страна очень культурная, с большими очень культурными традициями. Вот, поэтому, бывая здесь, мне всегда очень приятно встречаться с очень дружественно настроенной публикой, понимающей и любящей искусство. Вы как раз напомянули про своего папы. Знаю, что ваш отец был инженер-химик, и он очень любил оперную музыку и имел очень большую коллекцию пластинок. Как это повлияло на ваш выбор стать оперным певцом? Непосредственно повлияло. Он никогда не пел ни в опере на сцене, ни профессионально он не пел, он всегда был любитель. Но вот любитель от слова «любить музыку по-настоящему». То есть он беззаветно любит музыку. И каждый день он музицирует, играя, занимаясь на рояле. Он уже больше не поет, но, в общем, может быть, иногда и поет, но об этом я не знаю. Поет, может быть, для себя. Но каждый день по несколько часов он играет на рояле. Вот так ему нравится. И это нравится, прежде всего, моей маме. Вот. И это какой-то очень такой домашний, интимный процесс, когда, в принципе, ему даже не нужна публика. Он играет для себя. Мы, профессионалы, очень редко, ну, во всяком случае, я сужу по себе, очень редко это делаем. Это правда. Занимаясь и, в общем, музицируя для себя. Или там, потому что у нас нет времени, или потому что мы уже, соответственно, относимся к этому уже как своей тяжелой профессии, как обязанности, да. Что ли. А вот такое вот служение, такой любви к искусству я, как моего отца, я не встречал. Вот, поэтому для меня это всегда было примером. Когда отец занимался пением, я был рядом, я был маленький. И когда он делал вокализы какие-то или учил какое-то произведение, я сидел рядом. И он меня спрашивал, как тебе вот эта фраза. Понравилось? Тебе не жалко меня или жалко? Я говорю, жалко. Хорошо, значит, я перепою. И он говорит, а сейчас жалко или нет? Да.
А какой его голос у папы? Он был баритоном, потом он переучивался как тенор и пел достаточно много как тенор. Вот. И когда мне исполнилось 16-17 лет, я к тому времени пел в рок-группе, был солистом и пел рок-музыку и поп-музыку, больше, ну так, половина на половину, честно говоря. Мы пели тоже и джаз, и сочиняли к огромнейшему ужасу моего папы и моих родителей, потому что он все-таки не видел во мне рок-музыканта. Я вдруг почувствовал, что мой голос растет и как-то становится совершенно мне неуютно в рамках рок-музыки, когда голос у меня расцветает и становится мощный, большим и совершенно не из той как бы оперы. И тогда отец мне помог, отведя меня к своему педагогу, которым он занимался как тенор. И педагог стал вот этот Борис Ефимович Шендарев, к которому я буквально ходил, наверное, около 2 месяцев. Но за эти 2 месяца он мне поставил такой голос, и я пел тенором у него. То есть все верхние ноты, я понял, как их нужно петь, я понял, как нужно дышать, и совершенно заболел пением. Сколько вам было лет тогда? 16-17. В это время я уже учился в музыкальном училище, как дирижер-хоровик. Я пел очень много. Мы пели по 2-3 часа в день в хоре. Я занимался вокальным пением у профессионального педагога Галины Алексеевны Останиной. Вот, где-то 2-3 раза в неделю. Вот. Все остальное время я ходил к вот этому педагогу. Но очень скоро мне стало неуютно, я чувствовал, что я начинаю терять свой голос, так как мне, в общем, в теноровом, что ли, амплуа чувствовалось немножко, не немножко, а сильно я уставал. Mm-hmm. Вот, и тогда я ушел от него и стал, в общем, готовиться к поступлению в консерваторию, в Институт искусств, в моем случае, в Красноярске, куда я поступил после окончания этого дирижерско-хорового училище. И я, в общем, стал 5 лет учился у Екатерины Константиновны Йоффель, профессора. И тогда, конечно, она меня вела как баритона, и уже на 2-м, на 3-м курсе я уже начал петь в опере. И школа, которую вы получили от педагога Йоффель, она итальянская. Откуда она получила эту школу? Я не уверен, что это итальянская школа. Это, в общем, школа советская, что ли. Советская, но очень добротная, и, в принципе, то, что получил я от нее, больше касается моего профессионального мастерства, что ли, моим владением слова и фразы, моим умением погружаться в образ, умением жить той музыкой, тем словом, тем смыслом, который заложен в музыке, в произведении, в тексте. Эмоционально то, что получил я, вот воспитался как бы благодаря Екатерине Константиновне, это совершенно незаменимая вещь. Вокально очень многого доходил я сам и дохожу до сих пор. Ну, у вас шикарное музыкальное образование. Не каждый певец может похвастаться таким хорошим музыкальным образованием, как вы. Как вы думаете, вокальная школа, хорошая техника, что значит оперному певцу? Вы знаете, хорошая техника, она абсолютно ничто без умения быть артистом и умения доносить смысл, умения жить на сцене, умением вести себя, умением находить контакт со зрителем. Когда вот этот весь комплекс существует, тогда, может быть, из тебя что-то произойдет. К сожалению, это очень большой, длительный и неблагодарный процесс. Вот. В наше время ты должен быть
удивительно артистичен, ты должен быть красивым, должен у тебя быть красивейший голос. И, как правило, те вот компоненты, которые присутствуют в молодом певце или молодом музыканте, заставляют его обращаться подчас не к опере, а обращаться к популярной музыке, потому что успех может прийти на следующий день. И деньги, правда? И деньги, да. В опере нужно очень долго заниматься. И деньги тебе платят не такие, как большим популярным певцам, популярным артистам. Вот, поэтому это, соответственно, молодежь выбирает несколько других путей. Но есть исключения. Как вы сами описали бы секрет своего успеха? Прежде всего, это удивительное, в общем, счастье в том, что меня всегда окружали и окружают люди, которые мне помогают всем. Благодаря помощи великих подчас людей, таких как Ирина Константиновна Архипова, Валерий Гергиев, как Джимми Левайн и много-много других разных артистов, с которыми я и пел, и продолжаю петь. Это невероятное счастье. И когда ты находишься в работе, находишься на сцене, ты учишься. Не только музицируешь, не только занимаешься своей профессией, но учишься. Учишься всему. Учишься и музыкантскому мастерству, учишься вести себя. И подчас иногда приходится учиться и на плохом тоже. Это очень, очень хорошо помогает тоже. И вот это вот, возможность, что ли, и умение учиться, это самое главное. Плюс, конечно, то, что существовало и существует у меня, это, то есть, вот этот комплекс данных. То есть красивый голос, внешние данные, подвижность эмоциональная и умение жить на сцене, это самое главное. Да, не зря в России вас охарактеризовали как голос русской нации. Я думаю, что это очень... Серьезно? Да, это очень серьезный комплимент, который очень хорошо рассказывает про вас. Я об этом не знал, но, в принципе, я, конечно, комплиментами и разными именами я избалован. Вот, но не все и всегда приходится слышать и знать. Вы, в общем-то, согласны, что хорошие отношения с людьми, с коллегами, это помогает тоже и петь, и делать карьеру. Правда? Абсолютно. Поэтому вот последние несколько лет, 6-7 лет, существует вот этот вот, не фестиваль, а серии концертов в Ростовске и Франции, друзья. Вот. Куда я приглашаю, в основном, конечно, в России. Эти концерты происходят в Москве, Петербурге и в других городах. Куда приезжают мои знаменитые коллеги, с которыми я делю сцену, которых я знаю, люблю, и которых я могу привести, потому что не всегда получается, потому что очень многие заняты. Мне очень нравятся эти подобные гала-концерты, поэтому вот сейчас в Каунасе то, что будет происходить, это отчасти то же самое. То есть я как бы буду представлять своих друзей и коллег, с которыми мы записали оперу Симон Боканегра. С какого момента или встречи началась ваша международная карьера? Это наверняка был Кардифф, правда? Ирина Константиновна Архипова сказала мне, ты поедешь в Кардифф. Я говорю, а это где? Говорит, поучить географию. Я нашел, что это столица Уэльса. А Уэльс – это такая маленькая страна в Великобритании. И они в буквальном смысле чувствуют себя пупами земли. Да. Да. И потом очень поющая нация. И очень глубоко чтящая традиции оперного искусства. И там вот эти вот конкурсы Cardiff Singer of the World. То есть не иначе, как там лучший
певец мира. Да. Это не переводится. Вот, где и победил. И, соответственно, вот это вот перевод вот этого вот, значит, титула, названия конкурса, соответственно, перевелся в России. То есть меня все стали называть лучшим певцом мира. Ну, какой я лучший певец мира? Просто я там победил. Вот. Но в России все поняли буквально. И начался такой переполох. Вот. И мгновенно, в буквальном смысле, мое имя стало очень популярным. Это в 89-м году, правда, было? Да. И Ирина Архипова там была в комиссии, в Карелии. Да, конечно, она была в комиссии. Она мне сказала, что ты должен туда поехать, потому что ты комплексный певец. У тебя есть все то, что нужно для этого конкурса. И то, что я говорил, я не хочу, мне не помогло, я все равно туда поехал. Конкурс был очень представительный. И самое главное, что он был весь телевизионный. То есть это было как реалити-шоу в наше время. И все люди по BBC, по каналу по всем мире, они смотрели этот конкурс и болели за нас. Единственное, что они не голосовали. Голосовали члены жюри. Вот. Но в буквальном смысле на следующий день после победы, когда я получил эту вазу, мы поехали в Лондон. Я пришел на вот эту вот, ну, знаменитую пьяцца за Ковенгарденом, где они на большом экране показывали трубадура с Пласидо Доминго, Фьоренцо Косотто пела, Азучено, Сергей Леферкус и так далее. И я просто пошел посмотреть, меня люди останавливали и просили автографы давать. То есть моментально уже я стал узнаваемым. На следующий день, в буквальном смысле. И моя карьера стартовала как ракета, в буквальном смысле. У меня посыпались масса всяких предложений, и моя жизнь стала расписана на 5-4 года вперед. И вот с этого момента все так же и продолжается. Вы согласны, что участие оперного певца в международном конкурсе это имеет смысл? Иногда бывают это конкурсы, приносит. Бывают конкурсы. Но когда бывают такие конкурсы, которые телевизионные, это, конечно, большая помощь. Сейчас, конечно, проводятся разные конкурсы и на какую-то манеру American Idol и все такое. Britain's Got Talent. И это все. В основном это, конечно, конкурсы не оперной музыки, но существуют какие-то, насколько я знаю, и конкурсы по оперной музыке тоже. Как раз после Кардифа вам, как вы и говорили, открылись мировые сцены: Ля Скала Милана, Метрополитен в Нью-Йорке, Ковенгарден в Лондоне, Мариинский в Санкт-Петербурге и так далее. Как вас, молодого, талантливого, красивого человека, приняли старожилы оперного мира вот в то время? С любовью. С любовью. С любовью, с пониманием, очень терпеливо. Со всех сторон меня окружала любовь и понимание. Мало кто, в общем, ни любви практически я не чувствовал.
мало. И вообще я был вот с самого первого своего появления и в театре везде, и вот в театре в Красноярске, я еще был совсем юный мальчик. В основном, конечно, люди меня встречали с любовью, с пониманием, любили меня. И, кстати, сколько вам было лет тогда в Кардиффе? Мне было 26. 26? Ну, уже, ну, у меня уже была такая, ну, достаточно солидная карьера, потому что я начинал где-то с 22 лет уже петь в театре и петь концерты, кстати. Mm-hmm. И поэтому еще тоже это мне пригодилось, так как я и развивался еще как камерный певец. Как оперный я был слишком юный, голос был слишком, ну, такой зеленый, что ли, для больших оперных ролей, которых я, в принципе, которые я всегда хотел петь. И поэтому моя карьера еще состоялась благодаря моему умению исполнять камерную музыку. Я посетил практически все страны, ну, приличные страны мира, со своими концертами, с разными программами, с вокальными циклами, с оркестрами, где я исполнял разную музыку, не только оперную, но и вокально-симфоническую. Да, вы речитали, поете от Южной Америки, Австралии и Дальнего Востока. И... Даже страны Азии. Да, в таких залах, как Сунтори Холл, да, в Токио. Да, и Сунтори Холл, да. И в Корее был, и даже в Малайзии. Да, и люди слушают в Малайзии, да? Да, удивительно, но да. Да. И вы пели, конечно, с большущими и выдающимися дирижерами, как Джеймс Левайн, Клаудио Аббадо, и Валерий Гергиев и так далее. И вот русский романс вы очень часто поете. Что вам значит этот жанр и как его воспринимают зарубежные слушатели? Знаете, у меня бывает такое иногда ощущение, что я на сцене могу читать газету. Это все равно пройдет хорошо, да? Ну, конечно, русский романс. Просто уже на тебя уже работает имя в каком-то смысле. И потом, русский романс — это то, что, ну, в общем, часть нашей культуры, что ли, моей культуры, в частности. Вы считаетесь одним из самых лучших исполнителей песен Георгия Свиридова. Какие другие современные русские или зарубежные композиторы вам интересны и вам нравится тоже исполнять? Знаете, я исполнял один из, ну, в общем, относительно недавно написанных вокально-симфонических циклов Гея Кончелли, допустим. Mm-hmm. Я это никогда не забуду. Это было, ну, практически единственное исполнение в Сан-Франциско. Это было записано для местного радио. Я надеюсь, что все-таки удастся выпустить когда-нибудь этот диск, потому что это совершенно уникальная музыка. Yeah. Грандиозная музыка какая-то, ну, в общем, космическая музыка. Масса различных и, в общем, современных композиторов. Я исполнял это тоже. Вот что нельзя сказать о моей оперной карьере. То, что я пою в опере, это в основном все написано в 19 веке. Верди, Чайковский. Теперь садитесь.
вам удалось обеспечить себя и семью, когда вы уехали за границу, вот в начале вашей карьеры? Были какие-то сложности? Как вот все это происходило? Ну, сложности были. Единственное, что я, находясь за границей, я все равно не был дома. Это самая большая сложность. А то, что, в общем, при моей интенсивности работы, соответственно, приходят деньги, которые содержат мою семью. Вот и все. Чем больше семья, тем больше работы. Да. И так все до сих пор по сей день и происходит. Я просто знаю, что я обязан быть находиться в прекрасной форме, в тренинге, работать много, работать хорошо и постоянно самосовершенствоваться, постоянно расти. Это не прекращающийся процесс. И от сознания того, что ты каждый раз делаешь какой-то шаг в гору на этот абсолютно недосягаемый, что ли, олимп твоей мечты, вершины мастерства какого-то, которые есть у тебя в твоих мечтах, в твоем сознании, еще один шаг, приближающий тебя или отдаляющий, соответственно, от того, как ты и что ты это делаешь, от этого зависит и, в принципе, этому принадлежит все. Вся моя жизнь – это желание расти и сделаться лучше. Это чудесно. И, в общем, какие-то, понимаете, какие-то... Вот эта дорога очень большая уже была, и такая ветвеватая, ветвистая, приводящая меня иной раз, подчас, в совершенно разные, непредсказуемые места. Но это всегда какое-то движение, понимаете? И когда только я чувствую, что если мне больше ничего не захочется, тогда будет конец. То есть этот процесс, это как бы самое главное, это мотор, что ли. Да. Это главный двигатель, что ли, твоей жизни. Потому что без занятия моей профессии я не знаю, чем и кем я мог бы стать и что я мог бы делать. Понятия нет. Ну, вы рождены для сцены, это понятно всем. Считаете ли вы себя семейным человеком? Расскажите побольше, пожалуйста, о своей семье. А про мою семью? Ну, они все очень хорошие, любимые, сладкие, талантливые. Я живу в какой-то мере своей семьей, своими детьми, и я очень хочу быть с ними вместе и влиять на них, и чтобы они прежде всего стали хорошими людьми, конечно. А то, что, в общем, наличие талантов у них присутствует, и просто это от них зависит, насколько они захотят этим заниматься. Но главное — это было желание, потому что, конечно, когда музыкой учишься, так как и балетом, там, я не знаю, с детства, нужно, конечно, палочка, чтобы тебя заставлять. Но мы не заставляем. Вот. Поэтому как-то они у нас растут совершенно вольными. Свобода, со свободным выбором. Я читала, что ваша прабабушка, ее звали Лина. Правда ли это? Это в Литве очень популярное имя, Лина. И вы даже хотели дочку. Я очень хотел даже Нину назвать Линой, да. Но, в общем, я не выиграл, потому что вот Флоранс, моя жена, она сказала все-таки Нина. Потому что я хотел короткое имя, потому что фамилия слишком длинная и непроизносимая. Вот, нужно было или... Ну, я хотел Лина, да, назвать. Да. А как ваши предки оказались в Сибири? Ну, со стороны моей мамы, в Сибири оказались немцы, потому что она с немецкой кровью, и, в общем, это были приволжские немцы. Произошла очень неприятная история. Одна из дочерей моего прапрадедушки была изнасилована полицейским, за что ее братья его убили. Вину взял на себя отец. Поэтому его сослали кандалами в Сибирь. Вся семья пошла за ним. Через некоторое время за прекрасную работу и отношения, все такое, его освободили, но на поселение. И они там поселились, стали кожевниками, ну, как многие немцы. Вот. И так, значит, они постепенно вросли в сибирскую землю. Значит, мой прадедушка женился на богатой казачке, сибирской казачке, которую звали Лина. Да. Вот. И
была большая семья. Это очень... Со стороны моего папы, дедушка, мой дедушка, и вообще они выходцы из Украины и Польши. И, соответственно, значит, корни, идущие туда, скорее всего, что принесли вот это вот, в общем, желание петь и музыкальность. Хотя, с другой стороны, тоже со стороны моей мамы, есть и татары, которых тоже очень много, а татары достаточно поющая нация. В общем, так получилось, очень много разных кровей во мне, поэтому такое вот стечение обстоятельств, что заставило меня, прежде всего, конечно, заниматься музыкой и петь. В 2003 году вы спели в Красной площади концерт, которого транслировали в 25 стран. И после этого концерта вы стали очень популярен для масс, потому что, конечно, в профессиональном мире вы уже давно очень знамениты. Пришла мысль, и кому сделать этот проект, вот спеть самые известные песни, военные песни, да, и потому что я думаю, что это проект такой, как был Кабалье и Фредди Меркьюри, Паваротти энд Фрэндс, это просто для масс, вот то, что вы говорили, это очень важно в это время. Ну, прежде всего, концерт в Кремле, в Кремлевском зале, не на Красной площади, а в Кремле, с военными песнями был совершенно переломным в моей карьере. Когда прошел этот концерт, мое имя стало известно многим непрофессиональным массам. Люди уже начали узнавать меня на улице и благодарить за пение военных песен. Это огромная какая-то, огромный пласт, исторический прежде всего. И никакой другой стране не было такого эффекта от прошедшей войны, где бы она ни проходила. Нигде она не оставила такого большого следа. Да. Что вам значит большая-большая популярность? Когда человек чем-то занимается, конечно, ему нужно, чтобы не только он сам судил о том, как он это делает, но чтобы была какая-то определенная, ну, хотелось бы, адекватная оценка от того, то, что он делает. И, конечно, признание не может не подталкивать тебя к еще, ну, не знаю, более фанатичному занятию своим делом. Признание, конечно, это палка о двух концах. Ты, с одной стороны, свободный человек, с другой стороны, абсолютно не свободный. И поэтому моя вот частная личная жизнь, она исключительно прерогатива моей собственной. Это очень приватно. К сожалению, сейчас многие из поп-культуры, правда, они как раз делятся о своей личной жизни, набирая рекламу и какие-то, а настоящим людям искусство это совершенно неинтересно, и очень согласна. Ну, кому-то это интересно, кому-то это нет. Но люди всегда были одинаковыми, всегда интересовались чужой, там, я не знаю, постелью и прочее. Это всем всегда интересно. Или заглядывать, ничего вот так нас не занимает, как несколько вещей. Глядеть на воду, на огонь, некоторые на небо, но очень многие в чужие окна. Правда же? Да. Вы очень знаменитый исполнитель таких ролей, как Фигаро, Онегин,
да, Жермона, Елецкого. Которая роль, какая роль вам самая интересная, самая главная? Вы знаете, уже Фигаро я не пою уже больше 10 лет. Да. Да, лет 13. Только на концертах. 13-14, да. Вот, поэтому к большому огорчению своей мамы, которая, к сожалению, меня не видела ни разу на сцене в этой роли Фигаро. Вот. Но как-то мне очень так резко надоело, потому что я очень много пел в 90-х годах. И все меня тянуло на уродов. И вот роль Риголетто – одна из моих коронных ролей. Елецкого я перестал петь тоже очень давно. Каким-то образом мне становится скучно уже петь одни и те же роли, поэтому я хочу все больше к таким характерным, что ли, ролям уже меня тянет. Вот в сентябре у меня будет, я буду впервые петь Яго в Отелло, тоже в Вене. Ну и, соответственно, как только я спою эту роль, я буду петь ее везде. Вот. Роль злодеев мне кажется, удаются гораздо лучше. Вот. И очень многие разные роли баритональные из репертуара Верди, мне кажется, что удаются мне лучше. А какая самая сложная в смысле вокального техники? Симон Бокканегра. Вот то, что правда? Это одна из моих лучших ролей, сложных, комплексных, что ли, глубоких. И к тому же еще, это еще исторический персонаж. Uh-huh. Вот. Поэтому Симон Бокканегра – это всегда была моя мечта для того, чтобы, ну, или записать, в общем, оставить какой-то след. Как Симоне. Потому что это такой, ну, как бы Борис Годунов, что ли, написанный для баритона Верди. Я читала, что вы мечтаете спеть Отелло. Правда ли это? И почему? Отелло я всегда мечтал, с тех пор, как я еще был 16-17-летним парнем, я всегда мечтал спеть две роли, Отелло и Германа из «Пиковой дамы». Ну, так и не спел. Видно, не судьба. Вас представляет одна из самых знаменитых агентств в мире, Asconas Gold в Лондоне. А кто организовывает ваши концерты в России? Я знаю, что вы будете петь и в Тюмени, и в Сургуте. Ну, я работаю с разными продюсерами. Вот, как каждый из продюсерских компаний занимается каким-то определенным местом в России. Кто-то работает на большие проекты, такие как «Красная площадь», это «Saf Entertainment». Mm-hmm. Кто-то занимается Дальним Востоком, кто-то занимается Средней. То есть разные люди. И все, конечно, проходит прежде всего через мое агентство в Лондоне, Asconas Gold, через моего секретаря Елену Недосекину. Вот, такие главные, что ли, ну, мои люди, которые всем занимаются. Ну и часть, конечно, зависит от меня. Есть ли у вас постоянный пианист, с которым вы все время работаете, готовите партии новые, оперные роли? О, я бы очень хотел вот с Ивари Илья готовить оперные партии, но, к сожалению, мы готовим только концерты, концертные программы. Ивари Илья – величайший пианист, который живет в Таллине, эстонец.
Вот, мы работаем последние уже, по-моему, 10 лет уже вместе работаем. А где вы репетируете тогда? У вас где придется, мы очень часто бывает так, что в основном, конечно, я учу и занимаюсь во время отдыха. Вот, и потому что между своими ангажементами очень мало бывает времени. Ну, бывает, что и между ними тоже. То есть времени всегда не хватает. И с Ивари принадлежит основная заслуга того, что я еще продолжаю петь концерты и делаю какие-то новые вещи, новые программы, потому что без вот этого толчка, конечно, я бы этого не делал. Потому что, в принципе, жанр recital, то есть вот такого вот камерного концерта, он находится уже в упадке, и мало кто этим занимается. Это не коммерческое, это не популярное, не только там в Европе, в Америке, везде. Но вот только благодаря таким, может, людям, как вот Ивари Илья, это еще продолжает вот эта вот традиция. Потому что он традиции, конечно, передаются вот с такими людьми, как он. Потому что он занимался еще с Ириной Константиновной Архиповой, был ее пианистом. Из одного вашего интервью я выучила очень хорошему способу, как избегать конфликтов. Надо набрать в рот воды и держать день, два, три. Есть ли у вас еще какие-то способы, как избежать конфликтов в работе и в семье? В работе вода помогает, честно. Главная история, которая не произошла, это самое главное. Когда хочется или сказать что-то, или, не дай бог, напрячь свои мышцы. Это все, конечно, может закончиться плачевно. И я очень счастлив тому, что вот это умение прекратить на какое-то время, потом подумать, и потом переспать с этой вот мыслью. Ночь, на следующий день совершенно открывается другая перспектива. Я последнее время живу именно таким образом. Все, что не происходило и происходит, хорошее ли, плохое ли, новый день начинаешь, перелистываешь страницу вечером, и новый день начинаешь абсолютно с нуля, с чистой страницы. Это самое главное. Вы владеете русским, английским, итальянским языками. На каком языке вы мечтаете и думаете? О, я бываю очень оконфужен, когда бывает, что на других языках не говоришь, кроме как вот на этих. И начинаешь уже мыслить, ну, когда долго живешь в этих странах. Ну, конечно, по-русски, я же русский человек. По-русски все равно. А в семье как разговариваете? Ой, в семье это проблема, потому что мы все интернациональные. Моя жена наполовину француженка, наполовину итальянка. Ее первый язык французский. Поэтому наши дети многоязыковые, которые, соответственно, они люди умные и хитрые, они выбирают лучший язык. Поэтому очень часто они говорят, общаются между собой по-английски. Когда я дома, они говорят по-русски со мной. Кто-то хочет говорить, кто-то не очень. Есть ли у вас какие-то любимые занятия, хобби? Есть, наверное. Я читаю, продолжаю читать очень много. Мне интересно, в общем, география. Мне очень многие субъекты интересны, которые я до сих пор еще продолжаю изучать, что ли. Бывают у меня периоды, когда я совершенно иступленно занимаюсь спортом. В конце интервью традиционно я задаю 10 коротких блиц-вопросов и хотела бы получить такие короткие лаконические ответы. Чтобы я сказал на вратах архангел.
Родились ли вы под счастливой звездой? Абсолютно да. Часто ли вы благодарны кому-либо, Богу, Вселенной, людям? Очень, очень. Я этому всю жизнь учился и учусь. Быть благодарным – это одно из высочайших качеств человеческих. Благодарность. И благодарите. Любите это слово. Спасибо, благодарю. Да. Назовите свои положительные черты. Сварливость, дурной характер. Хороший юмор. Да. А тогда отрицательные. Отрицательные. Да нет, честно говоря, все-таки в основном человек делает себя. Каким-то он появляется на свет, и потом жизнь, окружение, и он сам выстраивает свои жизненные пути, соответственно, свой характер и свою персону. Конечно, я научился быть хорошим, общительным, податливым, добрым, великодушным, любящим. Я люблю людей. И я умею любить. И это самое главное. Да, это публика чувствует, поэтому и вас так любят. Вы гурман. У вас есть любимое блюдо? Я, скорее всего, не гурман. Бывает, на меня накатывает, и я очень хочу есть. Но мне, когда я хочу есть, я могу съесть все, что угодно. Есть ли у вас любимый вид спорта? Самый любимый? Скорее всего, плавание. Я очень люблю плавать. Очень люблю. И когда у меня есть возможность и обстоятельства, я могу плавать днями. И это для певца тоже очень хорошо, для грудной клетки и так далее. Вообще вода, видимо, вода или мой знак, я точно не знаю, кто я такой, я весы. Но, да, и тигр. Ваш любимый напиток? К сожалению, это кофе. Кофе? Да. Итальянское, эспрессо? Да, я люблю очень кофе. Вообще, я не должен столько его пить, но я... Сколько за день? Вообще положено 3 чашки в день. Ну вот эти 3 чашки в день, ну, очень большие, я выпиваю с утра. Интересуетесь ли вы поп-культурой? Есть какой-нибудь любимый исполнитель не в оперном жанре? Конечно. Популярных музыкантов знаю я лично. И общаюсь с тем там Стингом, и тот же самый Элтон Джон. Никогда не нравилась Мадонна. Да. Но мне нравится Леди Гага. Считаете ли вы себя мировой звездой? Нет, так как я вот весы, я всю свою жизнь ищу какой-то баланс. И вот находя его, я чувствую себя абсолютно счастливым. Вот. И, конечно, баланс – это прежде всего от того, сколько ты делаешь, как ты это делаешь и что ты получаешь взамен. Когда ты что-то получаешь, когда ты получаешь взамен успех – это счастье. Как вы описали бы удачного человека? Ну, этот человек, который, даже если он доволен собой, то он этого никому не показывает. Тот человек, конечно, который удачен, он, соответственно, он себя больше любит, что ли. Но удачные люди, по-настоящему удачные люди, они любят любить людей. Они любят людей и к ним хорошо относятся. Вот в этом я вижу настоящую удачу на человека. В конце нашей программы звучит любимое произведение моего собеседника. Какое ваше любимое произведение? Это может быть и не из вашего репертуара. Второй концерт Рахманинова. Второй концерт Рахманинова. Первая тема. Я благодарю вам очень за интересное интервью. Спасибо вам. И желаю много творческих успехов. И надеюсь, что споем вместе когда-нибудь. Это было бы чудесно. Обязательно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.